Здравствуйте, товарищи, меня зовут Михаил Судаков, на этом канале я реагирую на кей-поп. Сегодня по заказу моих чудесных спонсоров с Патреона я отреагирую на новый камбэк, свежий камбэк замечательной певицы Тэйон. Очень красивая, классная, и если вы ее не знаете, то очень странно. В общем, наката была Girls' Generation, сейчас она, по-моему, технически все там же находится, да, потому что Girls' Generation, если я ничего не путаю, до сих пор не развалились, так-то. Вот, но тем не менее, ее сольная карьера сейчас известна гораздо больше. Новая песня называется «Weekend», да. И прикол этой песни в том, что это действительно первый настоящий камбэк полноценный с 2017 года. То есть 4 года Тэйон, она выпускала синглы, всякие разные мини-альбомы, но она не выступала на музыкальных шоу, что многим, по крайней мере, считается достаточной, точнее, очень важной составляющей камбэк. Вот, если нет выступления на шоу музыкальных, значит, это вроде как не камбэк, а просто сингл или просто альбом. Не совсем то, что, как говорится, нужно. Вот, так что тут вот Тэйон решила прям в это дело вписаться полной программе, наконец-то, и ее фанаты, я думаю, это заждались. И, пожалуйста, я, в общем-то, давайте больше не буду сильно рассусоливать, перед началом реакции, разумеется, как всегда, поблагодарю людей, которые меня поддерживают на Патреоне, замечательных спонсоров, это, в частности, Шуру, Тед Купера и Рэкера. Рэкер, вот так. И давайте реагировать. Ну, и попрошу, конечно, вас поставить лайк, если вам не жалко. Ну, это же лайк, берете, ставите, и все. Ладно, давайте. 3, 2, 1, поехали. Угу. Звуки ретро слышу я. Уже на фоне. Многие неазиатских людей. Есть азиатские. Вокруг Тэйон. Ой, у нее мак классный, блин. Разгон перед припевом. Какой же будет припев? Кое-что фиолетово само сойти. В этой песне Тэйон мечтает о том, как уедет на уикенд куда-нибудь. И вообще, наконец-то отдохнет, займется тем, что ей нравится, чем угодно. Рэп-секция. Маками все заставлено. Старые маки. Старые макбуки, старые маки. То есть она отдыхает где-то на облаках, я так понимаю. Неплохо устроилась. Что это дека старенькая, классная, красная.
Я что-то смотрелся на Тэйон, если честно. Она такая милаха здесь. Такая. Ну, смотрите. Это такой, ну, абсолютнейшая ретро по звучанию, по композиции, по много чему еще, по инструментам и так далее и тому подобное, который мне обычно нравится. Здесь мне оно показалось скорее милым и таким каким-то нежным, чем музыкально интересным для меня. Ну, потому что оно милое, но не цепануло совсем уж. Не цепануло меня так, как цепануло Мага, как некоторые другие вещи, там, Can't Stop Me, как, господи, вещи от... Короче, как другие многие вещи в этом жанре, которые меня прям цепанули. Но она, благодаря вокалу Тэйон, песня кажется еще приятнее, чем она есть. Она прям вот такая супер-супер нежная, у нее супер приятный голос, такой прям звонкий, высокий. И, она, конечно, это слушает сплошное удовольствие. Есть у песни еще хореографическая версия, опять же, от... Давайте ее и посмотрим, собственно говоря, почему бы и нет. Ну, и смотреть на всевозможные вещи, клевые старые цветные iMac'и, клевые старые цветные MacBook'и, или PowerBook'и они там назывались, я уж точно не помню, это, конечно, было очень приятно. Я такие вещи люблю. Я хочу ими обставить весь свой дом. Весь свой дом. Весь свой дом. Чтобы ни единого места не осталось. Давайте еще раз. Special clip. Обычно это означает перфум. Очень популярный пример, прием в, собственно говоря, в синтвейве, там, в сити-попе и так далее, когда ты начинаешь песню не с полного звучания, а именно с обрезанного такого, обрезаешь частоты, и как будто песня звучит далеко, либо в наушниках у нее, либо там за стеной, как угодно. Это прям вот чуть ли не в каждой второй песне используется. Прием банальный, но эффектный и работает. О. Оп, все, пошла полностью музыка. Синты ударные, гитара. Какой голос? Я заметил, что мне в девушках, в кей-попе особенно нравится вот два... Особенно нравится полярных спектр голосов. Такой вот супер-супер нежный. Не высокий, тонкий, писклявый, а именно вот такой высокий, но супер нежный. И глубокий. Вот. Такое ощущение, как будто у них гел-группа, да? Согласитесь. Просто они одеты похоже. Просто это у них лидер, видимо. И вот тут... Девчонки, опять же, симпатичные. Почему бы им не быть гел-группой? Ну, у песни, вот, опять же, что про нее можно сказать, помимо того, что она в целом приятная, но ничего такого, она довольно ровная. У нее нет, опять же, никаких провисонов яростных, нет никаких пиков, ни пиков, ни падений, ни взлетов, ни подельных, ни взлетов, ни падений особенных. То есть ровно играет гитара на фоне, ровно ударные стучат. Ровно синты тут то так, то сяк вступают. И ничего такого, даже когда мы подходим к припеву. Да, немного мелодия меняется на более интересную, чем в куплете, разумеется. Но не сильно. И поэтому, да, здесь, слава богу, нет такого, что совсем ты не отличишь куплет от припева. Но они не скажут, что сильно отличаются. Музыка.
Ну вот кусок, который выделяется, это ее рэп, разве что. В принципе, правильно, что она его добавила. Блин, так клево было. Ее очень классно протащили, простите, по столу, как бы это страшно не звучало. Просто милота. Какая? Скатерть множественного назначения. Блин, а эти девочки ни в каких группах не стоят случаем. Ну, я... Не, подтанцовка обычно симпатичнее девчонки. Но просто здесь откровенно... Как говорится, GG материал. Вот вполне себе. Особенно вот у блондин, которая рядом с ней сидит. И у девушки, которая пониже. Ну, и так далее. Ну, хореография такая милая, чисто девичья, вот такая вся, вот такая, там, изгибы тела, рук и так далее. Девчонка, которая слева особенно веселится. Вот слева вверху такая... Это клевый момент, когда она выдает высокую ноту и как бы подтягивается при этом. И... Как бы поет зевая. Ну, вы поняли, не зевает, конечно, в общем. В этом танцевальном, когда я музыка звучит так, что я себя не очень хорошо слышу, я перестаю нормально внятно произносить звук, кошмар какой. В этом танцевальном видео, в общем-то, даже больше мелоты, по-моему, чем в официальном, хотя там больше для меня всяких гиковских штучек, но тем не менее. Ну, в общем, да, я не могу сказать, что в восторге большом от песни, но она милая, она приятная, она... Тут есть что послушать, поумиляться, тем более есть на что посмотреть, потому что и он прекрасный, и девчонки симпатичные, и вообще здесь все хорошо и в танцевальном видео, и в обычном видео, и так далее, и тому подобное. Так что хороший релиз, я думаю, фанаты вполне себе в восторге, просто немножко песни по мне, такое бывает, собственно говоря. Но, опять же, послушать ее было приятно. Посмотреть тем более. Ладно, товарищ, напишите, что вы думаете об этом конкретном релизе Тэйон, и... Ну и вообще... И я вас могу попросить только под конец поставить лайк, подписаться, нажать на колокольчик и много чего еще приятного сделать. Ну и, может быть, поддержать меня на Патреоне. В принципе, видите, какая это полезная вещь Патреон. У меня благодаря Патреонам появляются, например, новые микрофоны, которые мне более комфортны в записи, а значит, и вам это в плюс. По какой-то причине непонятно. Все, спасибо людям, которые меня уже на этом Патреоне поддерживают.